эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне Купеленко состоялся пробный пуск новой канализационной насосной станции. Сегодня мы увидели уже, в принципе, отлаженную работу канализационно-насосной станции. Валерий Венцель проверил ход работ по благоустройству территории у кинотеатра «Искра». День бабушек и дедушек отметили в усадьбе Тимохова-Салазкина. Уже скоро жители микрорайона Купеленко навсегда забудут о проблемах, связанных с работой очистных сооружений. На месте старых лосов построили канализационно-насосную станцию, которая будет перекачивать стоки в центральную канализацию города. О том, как состоялся пробный пуск на КНС, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В микрорайоне Купеленко состоялось долгожданное событие. Работы по вводу в эксплуатацию новой канализационной насосной станции, построенной на месте локальных очистных сооружений, вышли на финишную прямую. Заместитель главы администрации муниципалитета Александр Усков рассказал собравшимся, что в ближайшие полтора месяца к централизованной системе канализования постепенно будут подключены микрорайоны «Видный берег» и «Эковидное». В этот же самый момент два существующих аэротенка объемом тоже 2500 кубометров будут опустошены, и, соответственно, они прекратят свою деятельность. На представленной схеме наглядно показано расположение коллекторов, проложенных из этой точки до центральной КНС на улице Старонагорная. Главный инженер Видновского ПТО городского хозяйства объяснил технологию работы оборудования. Позволяет откачивать в сутки по проекту 2500 метров кубических, что составляет как раз нагрузку данных двух микрорайонов. Вот. Но мы можем, в принципе, качнуть и больше. По просьбе жителей резерв заложили сюда изначально, и фактически он реализован. Сейчас начинается период пуска наладочных работ, и уже к концу года система будет функционировать на полную мощность. Главе муниципалитета продемонстрировали пробный запуск насосов. То есть это вот так и будет происходить? Я имею в виду по тишине? Абсолютно. Вот так же, да? Строительство КНС в Купеленке – важный проект, затрагивающий интересы многих жителей, поэтому он находится под надзором регионального правительства. Всех поздравляю с этим завершением первого этапа, но работа предстоит еще большая, и мы держим на постоянном контроле решение этого вопроса для жителей данного микрорайона. На протяжении всех этапов возведения новой станции администрация муниципалитета взаимодействовала с жителями и отчитывалась о ходе проведения работ. Сегодня мы увидели уже, в принципе, отлаженную работу канализационно-насосной станции. 20 декабря полным циклом все 25 домов будут подключены, и, значит, стоки будут перекачиваться в городскую канализационно-насосную станцию, которая дальше перекачивает их в московские очистные сооружения. На месте старых локальных очистных сооружений в будущем году запланировано проведение благоустройства. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Также глава муниципалитета Валерий Венцель проверил ход работ по благоустройству центральной части города Видное. Возле кинотеатра «Искра» появится площадь, где разместят скамейки и поставят небольшую сцену. На месте старого фонтана, который находился около детской площадки, практически готов так называемый «сухой фонтан», где струи воды бьют прямо из мостовой. Рядом с ним расположилась современная игровая зона для детей. Набережную между Тимоховским прудом и кинотеатром оборудуют многофункциональным деревянным настилом. Уже сейчас готов велосипедный памп-трек и скейт-парк для экстремальных видов спорта. Остальные работы находятся в активной фазе. В Московской области принят закон, согласно которому теперь за парковку автомобиля, который препятствует подъезду к контейнерной площадке мусоровоза, начнут штрафовать. Насколько актуальна эта проблема, на примере города Видное разбирался наш дежурный корреспондент Максим Козлов. На портал «Добродел» постоянно поступают жалобы о том, что мусор с контейнерных площадок не вывозится по несколько дней. Виновником таких происшествий неизменно считают мусоровозящие компании, но, как выясняется, они не могут выполнить свою работу по вине самих жителей. В настоящий момент работа каждой мусоровозящей машины строго контролируется. Водитель, загрузив мусор, обязан сфотографировать площадку, и это время фиксируется в специальной электронной системе. Но нередко возникает форс-мажор в виде припаркованных автомобилей. Но в основном, да, частенько бывает то, что не проедешь. Опасные ситуации создают сами себе. И что в таких случаях делаете?
приходится фотографировать и уезжаешь, либо ждешь, больше никак. Проблема с подъездом к площадкам существует во дворах и рядом с административными зданиями. Например, вот мусорная площадка, которая расположена недалеко от налоговой инспекции в Видном, а вот во дворе одного из домов. Строго говоря, закон был и раньше, но сейчас в него внесли необходимые поправки. В прошлой версии кодекса об административных правонарушениях Московской области уже были штрафы за такую парковку. Однако было не прописано точно, какое именно гражданское лицо должно понести ответственность в случае нарушения. Теперь неточность устранили. Владельцу транспортного средства грозит штраф до 5000 рублей. В контейнерных площадках размещены графики вывоза мусора. И в соответствии с действующим законодательством лица, препятствующие своевременному вывозу мусора, могут быть привлечены к административной ответственности. Иными словами, если вы припарковались у мусорной площадки в то время, когда мусор не вывозят, например, ночью, то, по сути, вы закон не нарушаете. А потому не поленитесь ознакомиться с графиком вывоза мусора. Просигнализировать о нарушении может любой житель. Нужно просто сфотографировать автомобиль и отправить фото на портал Добродел. Планируется, что и сами водители мусоровозов смогут зафиксировать неправильно припаркованное транспортное средство. И информация о нем тут же появится у специалистов, осуществляющих контроль. Будьте внимательны и не создавайте проблем коммунальщикам. Все от этого только выиграют, в том числе и ваш кошелек. Дежурили Максим Козлов, Кирилл Иванов и Ольга Садовская. Видное ТВ. Уже несколько десятков лет в Московской области работают молочные кухни, где беременные женщины и молодые родители могут бесплатно получать продуктовые наборы. Но с 1 января у жителей муниципалитета появится альтернатива – денежные выплаты. Мы выяснили, что думают об инициативе видновчане. Получать продуктовые наборы на молочной кухне имеют право беременные и кормящие женщины, а также дети до 3 лет. Такая мера государственной поддержки семей с маленькими детьми действует в Подмосковье уже не один десяток лет. И вот теперь у родителей появилась альтернатива молочной кухне. С 1 января 2020 года продуктовые наборы для беременных и кормящих женщин, а также детей до 3 лет, можно будет заменить на денежные выплаты. Мы поговорили с видновчанами и узнали, что они думают об этой инициативе. В результате пилотного проекта, реализованного в 3 подмосковных городах в 2018 году, стало понятно, что подавляющее большинство молодых родителей предпочитает продуктовым наборам денежные выплаты. Наша статистика получилась аналогичной. Я думаю, что очень многим родителям это будет гораздо интереснее, потому что на текущий момент продуктовую корзину, которую выдают на молочной кухне, многим деткам, к сожалению, она не подходит из-за особенностей их здоровья. Я считаю, да, потому что здесь молоко дают, ну, маленькое количество, лучше деньгами, и что-то купит. Потому что ребенка, например, молоко не пьет. Или что-то, ему другое лучше купить. Вот, ну, это мое мнение. Это было бы очень удобно, потому что не всегда питание именно то, что нужно, дают. Хотя есть выбор, но я не знала об этом. Не знаю, если честно, потому что молочка вот по Московской области такого размера, что вообще денежный эквивалент, я тоже представляю себе, какой смешной будет. Наверное, да. Ну, а вы сейчас пользуетесь питанием? Пользуемся, да. И как вам оно? В принципе, тоже нормально. Конечно, оно не сильно такой богатый ассортимент, скажем так, у нас мы с первой получали в Москве. Разница ощутима. Мы сейчас в данный момент еще пока не получаем, но планируем. А если с 1 января будет денежный выплат, я думаю, будем заменять это на денежные выплаты. Не всем деткам еда подходит, ту, которую выдают, поэтому проще будет, наверное, самим родителям выбрать и купить то, что ребенку подойдет. Не знаю, пока затрудняюсь сказать. Предполагается, что размеры ежемесячных выплат составят 400 рублей беременным женщинам, 1000 рублей кормящим матерям и детям до года и 600 рублей детям от 1 до 3 лет. Кстати, заявление на замену продуктовых наборов денежными выплатами нужно будет подать всего один раз, а не писать каждый месяц, как это делается сейчас. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Помимо Международного дня пожилых людей, существует еще один особый праздник, посвященный старшему поколению – День бабушек и дедушек. В знак особого внимания и благодарности им за бесценный опыт в усадьбе Тимохова-Саласкина организовали торжественное мероприятие, на котором побывала наша съемочная группа. Анастасия Воронина расскажет подробнее.
Самые мудрые, добрые, заботливые, понимающие люди в жизни каждого человека – это, несомненно, бабушки и дедушки. С 2009 года их специальный праздник, подчеркивающий особую значимость и важность роли старшего поколения, отмечают в разных городах из более чем 30 стран мира, в том числе и в Видном. Впервые на территории усадьбы Тимохова-Саласкина для виновников торжества организовали интересную программу с разными интерактивными зонами на любой вкус, в которых можно было принять участие в необычных мастер-классах или веселых играх. Очень приятно, что администрация помогла организовать такое мероприятие. Спасибо им большое. Мы надеемся, что-то будет традиция продолжаться ежегодно теперь. Мне хочется сказать благодарность руководству, которое организует такие праздники, особенно для нас, пенсионеров. Жизнь – это движение, а активное долголетие – это ее здоровый образ. Поэтому в праздничном мероприятии особое внимание уделили спорту. Для бабушек и дедушек провели урок по скандинавской ходьбе и все вместе сделали зарядку, которую назвали «в ритме молодости». Теперь слегка в наклоне самолет. На территории усадьбы расположился мобильный медпункт, в котором можно было проверить состояние здоровья, сдать анализы, померить давление, сделать флюорографию. На базе данного комплекса также возможно проведение специализированной медицинской помощи в составе врача-невролога, хирурга, эндокринолога, кардиолога. Многие, как и Лариса Мусорина, воспользовались возможностью пройти небольшое обследование своего организма. Очень удобно. Вот если у кого-то вдруг давление поднимется или же голова заболела, подойти, проверить самочувствие, потому что все-таки возраст, а у меня вот сахарный диабет, поэтому и таблетки с собой, все ж на всякий случай, чтобы тут же оказали медицинскую помощь. А также для старшего поколения приготовили полезный кислородный коктейль, работала полевая кухня, предлагали горячий чай и кофе. Я очень рада, что собрали бабушек, дедушек, что даже можно поплясать и можно вот очень вкусное кофе попить. И несмотря на то, что погода немножко пасмурная, но настроение у меня хорошее. Праздник прекрасный. И здесь погулять прекрасно. Здесь такое место красивое. Так все сделано красиво. Каша лучшая в мире. Это точно. День бабушек и дедушек – это семейный праздник. Поэтому для детей организаторы мероприятия тоже придумали много интересных занятий. Елена Тененбаум вместе с внучкой посетила все интерактивные зоны. Декупаж мы делаем. Мы сегодня танцевали, мы сегодня пели, участвовали в конкурсах, блины пекли, морковку носили. Нам очень понравилось, было весело, здорово, отлично. Глава Ленинского района Валерий Венцель пообещал в дальнейшем, и не только в празднике, продолжать уделять большое внимание старшему поколению. Нам не нужно останавливаться на наших достижениях. Мы должны дальше стремиться вперед и говорить о том, что люди старшего возраста, наши дорогие и уважаемые бабушки и дедушки, в первую очередь заслуживают особого внимания и должны найти на территориях муниципалитета себе занятия по душе. В этот день в честь виновников торжества прозвучало много теплых слов и поздравлений. А изюминкой мероприятия стал концерт. Артисты исполнили всеми известные хиты, а также песни молодости главных героев праздника. На территории усадьбы получилась настоящая ретро-дискотека. Это молодые, энергичные люди. Мы танцевали вместе, мы веселились вместе. Я желаю им счастья, здоровья, тепла от их родных и близких. Этот праздник объединил бабушек и дедушек всего Ленинского района. На территории усадьбы можно было встретить жителей совхоза имени Ленина, Молокова, Развилки, Калиновки. Так, например, из поселка Володарского приехала целая делегация Совета ветеранов, которая устроила свой музыкальный мини-концерт. Сойтись, не сошлись, не сосвататься. А в завершении праздничного мероприятия всем участникам конкурсов подарили цветы, сертификаты в кафе «Лесное» и памятные подарки. Анастасия Воронина, Наталья Чепурная, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!